Face change. Все. У тебя под рукой. Я говорю, что там внутри? Говорю, show tables. Возвращается табличка. Tables in web. Три таблицы. Я могу их посмотреть. Да? Например, я говорю, так, а что за таблица? Ну-ка, describe, да, describe. Describe teachers, предположим, да? Describe teachers. Бу-бум. Опа, он показывает мне вот какие-то вещи, да, говорит, вот у тебя там айдишник, интеджер, там варчары всякие, да, айдишник, primary key, там, да, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, можно все это дело посмотреть. Describe туда-сюда, да. Вот. Можно посчитать записи, да, я говорю, select, count, есть такая, да, count, ну, на самом деле можно звездочка, можно любое поле, ID, например, написать, да, from teachers, сколько там всего записей, говорю, бум, он говорит, 5, видите, да, 5, ну, на это не смотрите, он просто там разъединяется, соединяется, неважно, да, 5 записей, count, функция, да, встроенная, ага, круто, один rowset, count, отлично, да, можно всякое разное сделать, да, можно посмотреть, что там, select, select, звездочка, from teachers, что же там за записи, да, хранятся, о, вот оно, вот оно, name, адрес, телефон, да, и так далее, и так далее, и так далее. Но тут, обратите внимание, тут есть еще один, знаете, такой трюк такой, да, вот здесь, ну, в принципе, здесь у меня поместилось, да, поместилось. Вот, но бывает не помещается. Вот если я сейчас попытаюсь, например, сделать так, select from, вот, кстати, по поводу точки запятой, да, вот видели, я могу Enter переводить просто, да, смотрите, select, звездочка, Enter, видите, да, дальше, да, идет, from courses, видите, там, да, то есть Enter отдан под перевод строки. Точка запятой. О, видели, да? Рассыпалась вся таблица. Вот так, вот так, вот так. Неудобно ее видеть. Как удобнее ее просмотреть? Трюк маленький. Значит, смотрите, что я делаю. На самом деле, вместо